Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего YouTube канала, Яндекс Дзен канала, Рутуб канала, моих остальных соцсетей, где вы смотрите данный видеоматериал. Всех, собственно, я приветствую. Если смотрите этот ролик на моем Яндекс Дзен канале, подписывайтесь, так вы меня очень сильно поддержите. Заранее вам спасибо. Перед началом ролика хотел бы вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте проходит конкурс на вот такую вот замечательную игрушку Beyond the Wire. Огромное спасибо за спонсорство данного конкурса, именно вот этому человеку, Максиму Алтунину. Народу у нас здесь участвует мало, поэтому шансы выиграть очень большие, поэтому залетаем в мою группу ВКонтакте, ссылка на нее в описании под этим роликом. Участвуем, выигрываем, халява почти постоянно у нас. В закрепе всегда висит, поэтому в закреп всегда чекайте. Помимо ключей на конкурс, мы разыгрываем скины CSGO, поэтому залетайте, участвуйте. Шансы выиграть очень большие, повторюсь, народу участвует мало. Ссылка в описании. Всем приятного просмотра, всем удачи. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу сделать переобзорчик на вот такие вот чипсы от русской картошки. Недавно тоже сделал обзор на русскую картошку со вкусом кетчупа. Это, оказывается, вообще новинка была. От 20 февраля. 20 февраля был пост в группе ВКонтакте Рускарт. Там они писали, что типа новинка, что ли, к летним сезонам, что-то типа того. Вроде этого года, если я не ошибаюсь. Поэтому, получается, со вкусом кетчупа это вообще, оказывается, новинка. От русской картошки, от Рускарта. Так вот. Когда я делал тот обзор, я решил посмотреть, сколько у меня роликов по русской картошке. Довольно-таки много. Штук 5-6, ну там больше 5-6. Есть что, ролики Яндекс.Зен, Рутуб. Ссылки в описании можете глянуть про русскую картошку. Помимо русской картошки еще и другие есть ролики. Поэтому, если кому интересно, залетайте, смотрите. Ссылки, опять же, в описании под роликом. Залетаем, смотрим. Так вот, был у меня обзор на эти чипсы. Вот он. Название... превьюшка, но, как видите, превьюшка просто здесь дерьмо, что у меня с волосами, в общем, дерьмо, одним словом, я этого рот ебал, блин, говно, а не обзор какой-то, поэтому переделываем, чтобы было по кайфу, все было охуенно, все было четко, надо еще найти вот этот вкус, сладкие итальянские томаты, и вообще по кайфу будет. В общем-то, запатентованная технология, русская картошка, суперчипсы, бренд Рускарт, бренд, говорю, фирма, оливковое масло с ароматными травами, вкус у нас, премиум, мгновенная обжарка, без канцерогенов. Так, тут что у нас написано? Содержит натуральное оливковое масло, в этих чипсах 0% лишнего жира. Чипсы картофельные, так, читали. Покупал в магазине Ашан. 110 рублей вроде стоит. Дикси вообще вот такая же упаковка, только сладкие итальянские томаты, 140 грамм. Стоит вообще 130 рублей или 139, что ли. Я, бля, вообще охуел, честно говоря. Слишком дорого. Так, без ГМО. Что тут еще? В принципе, задняя часть упаковки у нас, в принципе, плюс-минус у всех стандартная. Вот 140 грамм есть, что написано. Ну и, в принципе, давайте пробуем. А, это? Где? Как называется? Джорджия. Грузия. В Грузии тоже поставляют тут чипсы. По запаху травами отдает. Вот, собственно, чипсы. Так, давайте. Поехали. Маслице такое пахнет прям, с травами. Так, окошко открыто.
Блин, приятный такой вкус. Сначала надо прочувствовать. Чувствуется какое-то такое необычное масло. Такой вкус необычного масла. Чипсы такие они сладенькие. Приправы много, именно соли. Я этот переизбыток прям чувствую во рту сейчас. Ну что, в принципе, вкус масла. Как я и сказал, вкус трав чувствуется. Кинза, что ли, или как-то называется эта трава. Вот что-то схожее. И, в принципе, больше особо никаких вкусов нет. Вкус сам по себе, в принципе, прикольный. Потому что такого раньше я не встречал, не знаю. Я не пробовал такого вкуса. Хотя у меня довольно-таки много роликов про чипсы. Не только от русской картошки, обзоров много по чипсам у меня на канале. Можете посмотреть, порыскать. Оценку ставлю этим чипсам 5 из 5. На этом, в принципе, все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч. Всем пока. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.